Государственные тайны теперь можно будет оспорить в суде. Поправки к закону сегодня утвердило правительство. Изменения также предусматривают оповещение человека о причинах отказа в доступе, если это возможно. Оповестить о причинах отказа полиция не сможет, если информация будет ущемлять права другого человека, раскрывает лица, которые предоставляли конфиденциальные данные, или мешает оперативным и контрразведывательным действиям. Теперь человек сможет обратиться в Генпрокуратуру в течение 14 дней после оглашения решения об отказе, аннулировании или понижении категории допуска. После этого в течение 2 недель можно оспорить решение и генерального прокурора в административном окружном суде. Теперь поправки должен утвердить Сейм. Напомним, изменения в законодательстве были необходимы после решения Конституционного суда, которое разрешает повторно претендовать на доступ к гостайне. Верховный суд